Верховный совет утвердил концепцию национальной безопасности Приднестровья. Постановление приняли единогласно во втором окончательном чтении. Автор инициативы – президент Красносельский. В концепции 13 разделов. Направления разные – от социального до военного. Главная цель – безопасность общества и государства от внешних и внутренних угроз. Например, это комплекс мер по обеспечению информационной безопасности. Нам это близко, потому что мы работаем в профильном комитете. Это как раз мы смотрим, какие могут быть предприняты против нас информационные диверсии, какие нужны законопроекты, что-то уже принято, что-то в разработке, для того, чтобы этого не допустить. Я бы даже назвал продовольственную безопасность, которая связана с тем, что необходимо большинство продуктов, которые выращиваются у нас, это большинство продуктов должно быть отечественного производства, с тем, чтобы мы в один прекрасный день не оказались под ударом, лишенными необходимой продовольственной базы. Концепция национальной безопасности – часть стратегии развития страны. Одно из направлений – политическая безопасность республики. И тут главная задача – признание Приднестровья.